Хешки, ребятки, с вами Лекс, и сегодня поиграем в игру, которая вышла недавно. Это вторая часть, у тебя есть 10 секунд для того, чтобы пройти определенные миссии. В общем, у нас будет здесь много новых миссий, и, наверное, большинство из них мы не видели. Смотрите, здесь сколько этапов, то есть вот это... Раньше у нас было всего лишь 4 арены, а здесь 1, 2, 3, 4, 5, и еще сверху столько же, я так понимаю. То есть в данный момент здесь 10 арен. Ну давайте, ладно, попробуем. Первая арена, я так понимаю, нас тут будет обучать уже тому же самому, что мы проходили и в прошлой игре. Ну, хотя здесь другие миссии, но опять же обучение. Как-никак, все равно идет обучение. Ну ладно, я думаю, мы с этой миссией справимся, именно с этим этапом. Без проблем. Так что не стоит... Воу, серьезно? Ну, кстати, нет двойного прыжка, как я знаю. То есть двойной прыжок нам дастся потом. Воу, а интересно, сколько у меня жизни-то? Или здесь бесконечное количество жизни, в отличие от прошлой игры, к примеру, где у нас было количество жизней в 3 штуки. Да, вроде бы бесконечное количество жизней. А в чем тогда соль? А, подождите. Здесь еще написано время, за которым мы проходим полностью этап. Вот еще в чем прикол. То есть 50 секунд мы уже потратили на то, чтобы пройти этот этап, эту арену, так скажем. Хорошо, будем знать. Так, и это дабл джамп, то есть двойной прыжок. Все, первая арена пройдена, давайте на вторую. Они, кстати, чем-то отличаются, видите, походу нарисована сама текстура этих уровней. А может быть и нет. Да, здесь какой-то огненный. Видите, здесь у нас уже ключики будут нас ждать. То есть перед тем, как открыть... Перед тем, как пройти, точнее, нам нужно открыть ворота. То есть заблокируем выход до того, пока мы не возьмем ключик. Ну так, в принципе, это все просто, все понятно. В большинстве платформеров именно такая же система. Тот же самый Супер Meat Boy, там та же самая фигня использована, если вы играли в него. Так, это что такое? Воу, кнопка! Нажимаем на кнопку, и получается, нам открывается проход. Это очень интересно. Прикольно. Разработчик, видите, старается разнообразить свою игру. При том, что, как бы, если вы знали, игра бесплатная абсолютно. А если не знали, то будете знать. И на данный момент вы можете ее скачать в Steam абсолютно бесплатно. Она там как раз-таки есть. Так, нам нужно взять ключик сейчас. Кнопок здесь никаких нету, и просто вернуться обратно. Так, 3 секунды, 2 секунды, 1. Я успел без проблем. Так, ой-ой-ой. Кнопочку нажимаем. Ага, я думал наоборот здесь будет, ну ладно. Я не успею, да? 3, 2, 1. Успел. Неплохо, неплохо. Так, это самый сложный уровень. Просто нужно было идти прямо. Видите, здесь какая-то уже синяя стенка. Да, я говорил, что это текстурка. Ну, здесь нас учат телепортироваться. Показывают то, что есть порталы. Это, в принципе, как в первой части. Ничего здесь новенького нету. Все по-старому. Так, давайте так сделаем. Я уже ошибся. Я, скорее всего, не успею. Да, не успею. Пошел прямо зачем-то, хотя нужно было прыгать вверх. Да возьми ты этот чертов ключ. Да, ничего сложного, в принципе, нету. Так, здесь кнопочка. Все, готово. Слишком просто, слишком просто. Давайте мне мясо, давайте мне трэша. Так, все, понял, в чем здесь соль. Тоже просто, в принципе. Так, здесь сделаем вот так вот. Отлично. Ключик берем. В принципе, ничего сложного, ребят. Я не знаю, за сколько можно пройти эту игру. Сколько потребуется на прохождение этой игры. Но я думаю, 2 эпизода точно будет. Но не уверен. Посмотрим, ребят, как это все пойдет. Так, вперед. Эй, кнопочка. Портал и сюда. Пока что все очень просто, я не знаю. Так, а, мне дали очки для плавания. Для того, чтобы я мог плавать. В принципе, как и в первой части. Видите, все сравниваю с первой частью. Вот здесь, в принципе, даже начало такое же, как у... Да, а здесь, по-моему, первую часть как раз-таки и вставили. Абсолютно точно такие же уровни первые были. Вот, началось кое-что другое. Пожалуйста, успей.
Да, успел, отлично. Так. Кстати, стало легче играть. В том плане, что я нажимаю на кнопку и чувствую, как он плывет. Чувствую, как он находится в этой воде. То есть немножко изменили механику, я так понимаю, игры. Но это очень приятно, приятно. Разработчик работает не только, видите, над количеством уровней, но также и следит за тем, чтобы как бы проще было и интереснее играть. Так, кнопочку нажимаем, берем ключик и выходим. Так, здесь у нас что? Здесь у нас портал по-любому. Там ключ будет и кнопка. Хорошо. Все слишком просто. Воу, чуть не умер. Здесь, видите, в чем отличие? Так, а что я должен был сделать? А, это вообще реально? Ага, то есть вот так вот. Хоть я говорил, что чувствуется, и все равно... Блин, короче, не нужно касаться потолка. Касайтесь потолка, вы тонете. Блин, да что ж такое? И я, видите, право нажимаю. Вот здесь вот. Господи, и просто убиваюсь об эти чертовы колючки. Хорошо. В отличие от первой части, в первой части у нас было количество жизней. Здесь количество жизней просто-напросто нету. То есть вы можете бесконечно повторять одну и ту же миссию. Здесь какой-то лед у нас, да? Нет. А что это тогда такое? Что это такой за блок интересный? Я-то думал, он типа замораживает меня немножко, ну или как, скользит. Но нифига, нифига. Оказывается, ничего такого здесь нету. Эй. Так. О, действительно скользит. Я-то думал. То есть, если вы в другую сторону пытаетесь повернуть, то это чувствуется. А так, если вы просто бежите, то нет, не особо. Прикольно, прикольно. Раз. Отлично. Воу! Офигеть! Это вот, наверное, первая миссия, которая действительно сложная, в отличие от остальных. Отлично! То есть здесь уже скилл чувствуется. Чувствуется, что скилл нужно применять. А здесь у нас уже, ребят, турели какие-то появились. Я не знаю, зачем они здесь нужны. Ну, это, в принципе, понятно, для того, чтобы нам помешать хоть как-то. Так, ну, стреляй же. Хорошо. О, по таймингу надо все делать, а я не сделал нифига по таймингу. А как это, как это? А, понял. То есть он сейчас стреляет? Ага. То есть здесь я должен пробежать до сюда, и здесь я уже должен пробежать в портал. Понял, понял, понял. В принципе, тоже ничего сложного, просто нужно по таймингу смотреть, и помимо того, еще знать, откуда он будет стрелять. Хорошо, отлично. Шрингбоу анлокер. О-о-о! Мы теперь будем изменять размеры своего тела. Прям как человек-муравей. Охренеть. А здесь у нас что? Ага, здесь еще уровни, охренеть. А, нет, 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 нет. Здесь кастомизация, походу, ребят. Давайте зайдем. Мы можем кастомизировать своего квадратика. Давайте сделаем, наверное, его голубеньким. Прикольно, прикольно. Не, мне больше не нравится. Вот, прикольно, фиолетовый такой цвет. Именно для этого квадратика он неплохо выглядит. О, прикольно, прикольно. Или это розовый, не фиолетовый, больше, наверное, на розовый похоже. И, а здесь у нас что такое, давайте посмотрим. Тоже какой-то уровень, давайте пройдем его, я не знаю. Прикольно. Здесь какие-то бонусные уровни, ребят. Я такого еще не видел, если честно. Ой-ой-ой, как-то я просрал сразу. Да это вообще реально сделать? Охренеть, это нереально, блин. Охренеть. Блин, он слишком быстро поворачивает. То есть, движется туда. Блин, это вообще тяжело. Да нет, 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 давай, давай, давай. Опа. Блин, да что ж ты делаешь? Почему так непонятно передвигаешь? Так, блин. Уровень-то, в принципе, несложный. Вот я просто туплю. Так, и ура, ура. Так, хоп. Нет. Воу. Хорошо. Так делаем, так делаем.
В принципе, тоже ничего сложного не было. Хорошо, понял. Интересно, здесь сколько вообще миссий-то? Прикольно, если... Вау! А как мне это сделать тогда? Охренеть. То есть, а если я так сделаю? А я не могу, видите? Ну тогда ждем, пока проигрыш будет. В общем, нам нужно на этот блок встать, он нас перекинет на те блоки, на непонятный вот этот вот прилипающий. Эй! Но я уже не успею. Ну, навряд ли успею. Это вообще нереально. Сделать-то это реально, но времени не хватает нифига. Давай! Офигеть, здесь все по таймингу, ребят, просто. Если вы на секунду не успеете, все, вы проиграли. Нужно не совершать ошибок вообще никаких. Вот 3, 2, 1. Ну, вы видели, в принципе, все нормально было. Вот, видите, уже ошибка. И это уже значит, что я не пройду эту миссию. Давайте заново. Жалко, что я сам не могу заново начать. То есть мне приходится ждать этого. Ну, видите, ну что это такое? Он все равно не поднимается. Ну, это уже проигрыш все равно. Господи, ну что за ошибочки-то такие? Было бы отлично, если бы я не совершал глупых ошибок. Нет! Да что ты делаешь? Что ты, мать его, делаешь? Охренеть. Он не хочет просто выпрыгивать туда, куда я его направляю. Да! Ура! Уля-ля просто. Аллилуйя. Блин, двойной прыжок нельзя совершать. Я случайно, правда, его нажал. Оп. И да. Победка. Не знаю, сколько здесь будет уровней. Возвращаемся сюда. Падаем здесь. Это вообще реально сделать? Фух. Я уже думал, не попаду, не успею. Так, прыгаем сюда. Телепортируемся. И мы здесь. Отлично. Здесь делаем такую вот маневр. Опа-на. Уменьшаемся. А это тяжелее играть, когда вы... Ты, блин! Вы серьезно? Когда вы маленький. Потому что у вас прыжок уже не такой. Но я здесь уже проиграл. Он не хочет просто запрыгивать. Посмотрите на это. Здесь я не успею уже никак. Так, ждем следующий момент. Хорошо. Он маленький, уже не так прыгает, как большой. Как-то непривычно даже играть за ним маленького. Блин, вообще. Я извиняюсь, то, что, наверное, будет сильно слышно то, как я нажимаю на клавиши. И да, мы прошли этот уровень. Отлично. Но это, видимо, какой-то бонусный уровень был. Вот он находится здесь. И здесь еще один уровень есть. Я не знаю, как его открыть. Видимо, это последний будет уровень. Наверное, мы в этой, как раз таки, в этом видео и пройдем все миссии, наверное. Воу. Что ж я не нажал? Я думал, перепрыгну. Лишь одним прыжком. Но нет. Красота просто. Красотища. Не красота, а красотища. Так, ну я здесь уже не пройду. Я просто думал, то, что вот эта фигня меня сейчас даст мне какую-то возможность увеличиться или еще чем. Как он меня попал просто? Ну как? Стреляй. Упс. Отлично! Блин, в этого как-то непривычно играть за маленького, честно. То есть, видите, у него... А! У него, видите, один прыжок намного меньше теперь становится. Двойной прыжок... двойным прыжком, в общем, вы допрыгиваете до того места, где вы допрыгивали одним прыжком за большого. Хорошо. Хо-хо-хо, хорошо-то как, да? Офигеть, а здесь точно так надо? Да, видимо так. Где я? Охренеть. Все понятно, ну это вообще нереально сейчас будет, наверное, сделано. Смотрите, мы здесь появляемся, и нам нужно проплыть. Проплыть по той фигне. Что-то очень странное. Как-то он очень странно прыгает, видимо, я задеваю, да, задеваю походу.
Я прошел! Аллилуйя! Я не думал, что это свершится сегодня, но я прошел эту чертову миссию. И благодаря чему, ребят, если честно? Я прошел ее благодаря пробелу. То, что здесь можно, оказывается, еще прыгать на пробел. Ой, случайно перепортнулся. Ай! Я уже не успею. Офигеть! Та миссия! Это просто что-то. Что-то с чем-то, ребят. Просто что-то с чем-то. Я, блин. О! Серьезно, еще эта миссия будет меня издеваться надо мной. В общем, я там бомбил, ребят. Бомбил как мог. Хорошо, что я вам это не показал, иначе вы сказали: Лекс, ты что, бомбила, что ли? Хорошо, прошел эту миссию. Отлично. Тяжелое управление, но прошел. Так, видимо. Видимо, я сделал ошибку. Да, я сделал ошибку. Увеличьте меня обратно, пожалуйста! Нужно было сначала большим сверху забрать ключ. А, дерьмо. Такая легкая миссия, я еще умираю здесь. Хорошо. Маленьким. И проходим. Просто пипец. Та миссия это просто ад кромешный. Ад кромешный. Я тут хуже той миссии еще не встречал. Так, и здесь у нас кнопочка. О, прикольно. Надо взять ключ. И здесь. Нифига себе. У нас выход был как раз таки, видели где? Видели, где был выход? Выход был спрятан внутри самого вот этой стенки. Или как? Стеночка, да, по сути? Так, офигеть, офигеть. Все сложнее и сложнее становятся миссии. Так, это у нас что такое? Сначала не понял, что вообще происходит. Так, проходим. Отлично, без проблем. Так. И проходим. Просто мастерски. Так, маленьким надо становиться, нет? Я не знаю, зачем туда пошел. А, там иглы. Господи. Офигеть. Вот маленьким очень тяжело играть. Вы сразу превращаетесь. Вам сложнее, в общем, прыгать. Это вообще очень тяжело. Намного тяжелее, чем быть большим. В общем, быть большим и сильным это круто. Так, хорошо. Проблем никаких здесь нету. Так, здесь мы проходим. Здесь у нас бластеры. Стреляйте. Отлично. Хорошо, без проблем. Тоже ничего сложного, в принципе, нет. Только я здесь не допрыгну, понял. И падаем. Так, раз. Два. Три. Господи, это слишком просто. По сравнению с тем, через какой ад мне пришлось пройти, это очень просто. Ну, стреляйте же. Хорошо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас портал. Отлично, без проблем вообще. Он сам после телепортации просто-напросто упал куда надо. Так, а что мне здесь-то надо делать? Я тупанул. Нужно же сначала влево взять ключ. Я ж не заметил даже. Просто иду по накатанной, вижу, куда нужно идти, потому что, ну, сразу кажется, что вы правильно, по сути, идете вправо. А нифига. Ой, какой-то легкий уровень. Какой-то легкий уровень. Блин, я, честно, легче еще уровня не встречал. Вот это вот предыдущее, это просто пипец. Так. И что мне здесь делать? А, мы под воду. Ничего не понял. Невидимые блоки? Невидимые блоки, что? Офигеть! Они мало того, что невидимые, но они появляются только тогда, когда... Все, отлично. Одна секунда осталась. Только когда вы идете по ним, они только тогда появляются. То есть здесь у нас стена, хорошо. И они могут быть вообще где угодно, заметьте. Так, здесь хорошо, здесь мы это уже знаем. Эй, дайте мне прыгнуть. Фух, без проблем. Хорошо, мы стали маленьким и никчемным. Хорошо. Так, и что же у нас тут ждет? Здесь тоже какая-то, блин, ловушка у нас, видимо, ожидает. Да нету здесь ловушек. Что за... Что за... Куда мне идти-то? Ладно, здесь я понял, здесь нет ловушек. Нажимаем на кнопку, видимо, нам нужно вот сюда. Одна... Нет! Одна секунда! Ладно, теперь я, в принципе, понял, но все равно нужно осторожно вот через эту фигню перепрыгивать. Ой, вообще без проблем, ой, вообще. Что-то, ой, что-то даже не почувствовал, слишком просто. Так, здесь у нас на кнопочку нажимаем. Здесь у нас исчезла вот эта вот фигня.
И отлично. Просто миллисекунды оставались до моего поражения. Так. Отлично! Слишком просто. Офигеть. Тяжело, тяжело, честно. Вот, не знаешь, пугает неизвестность больше, наверное. Хорошо, здесь куда? Я просто не успел. Понял. А сейчас что было? Я умер, да, просто-напросто? Мне как-то еще нужно угадать, куда прыгать. Вот что непонятно мне. Офигеть, прошел. Без проблем даже. Тоже без проблем. О, это все. Это все, что вы мне хотите предложить. Очень простые миссии, ребят. Ну, в принципе, разработчик на то, в принципе, и сделал акцент. То, что если миссии возможно пройти. К примеру, в Супер Митбое миссии очень тяжело пройти. А тут, видите, наоборот. Наоборот, миссии как бы в какие-то есть тяжелые, но такого, что вы прям умирать будете. Для того, чтобы пройти... Воу, ну что это? Для того, чтобы пройти чертову миссию, такого не будет. Блин. Зря нажал еще один раз на прыжок. Хорошо, хорошо. И я успел, 100%. Так, и что у нас тут ждет? Вот это уменьшение, да? Да. И просто проходим. Ой, проблем никаких. Так. Фух, я уже сначала не понял, что произошло. Блин. Так, так, так. Нажимаем на кнопку, исчезает этот блок. Берем ключ и отлично, мы прям на выходе. Все, отлично. Так, мы здесь уменьшенная версия нас. Прикольный блок, если вы не поняли, то он вас останавливает. Вы можете на нем только прыгать. Ходить вы по нему не можете. Вот видите, я сейчас прыгнул немножко больше, чем нужно было. И только прыгать здесь можете на этом блоке. То есть на всех остальных блоках вы можете ходить и прыгать можете, а тут вы можете только прыгать. Хорошо. И все. Воу! Хорошо, прямо по таймингу угадал. Это еще... То есть, видите, вот эта фигня... Возвращатель вот этот вот, который вас ускоряет в определенную сторону. Это мне не нравится, в общем. Он как бы вас все равно отталкивать может. Он все равно отталкивает, даже если вы прилипли. Все понятно, все понятно, все просто. Так, и последняя миссия, да, или так понимаю, или предпоследняя, мы узнаем это, в принципе, уже после прохождения этой миссии. The Last Crutch. Вот это тяжеловато. Офигеть. То есть мне нужно прям миллиметр в миллиметр как-то прыгнуть. Вот сюда. Отлично. Фух. Хорошо. В принципе, не очень сложно. Главное, чтобы не было тех миссий с водой. Потому что это вообще полнейшая жесть. Стреляй. Хорошо. Изи-бризи. И что здесь такого сложного? В принципе, я успел. Слишком просто, слишком просто. Воу, вот это уже интересно. Прикольно сделано. Так, кнопочка. Здесь мы проходим в портал. Офигеть, я эту миссию не пройду. Вы понимаете, что я ее не пройду? Вот я сейчас просто нажал на миллисекундочку, нажал влево, и он просто взял и погиб. Офигеть, офигеть. Но здесь я опять буду пользоваться пробелом. Я не знаю, насколько долго я сейчас буду здесь играть. Но надеюсь, то, что не так долго, как в прошлый раз. Ну, вы видели, в принципе, перемотку, я думаю. Офигеть! Так все хорошо шло. Давай, 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 нажимай на кнопку, проходи. Офигеть, ну что ж ты так прыгаешь-то высоко? Но здесь больше места вроде бы, чем там было. Потому что там вообще они почти впритык были. Ну, блин, все же хорошо шло. Ну что ж ты подводишь так меня? Офигеть, я прошел! Ура! Не придется перематывать! Аллилуйя! Блин, блин, блинский. Оп, стреляй, молодец. Ай, не успел он прыгнуть. Стреляй. 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 Портал. Не успею. Блин. Все-таки нужно проходить вот эту фигню, наверное, сразу. Да.
Блин, да что ж ты там замораживаешься так долго? Стреляй. Все, и проходи, проходи, проходи. Отлично, молодец, молодец, розовый квадратный паренек. Я тебя просто обожаю. Так, здесь делаем так. Здесь все. Что за простые такие уровни? Сначала такое сложное, а потом хоп, резко слишком простое. В общем, я должен это перепрыгнуть. Да, это должен перепрыгнуть. Нет, возможно, я должен использовать второй прыжок. Только в определенный момент. Давайте попробуем. Хоп. Ну, это тяжело, очень тяжело. Если действительно должен второй прыжок сделать. Потому что он падает довольно быстро. О, действительно все получилось. Так, не туда пошел. Но уже, наверное, не успею. Да, здесь уже навряд ли я успею. Да, я успел! Офигеть! Извиняюсь, что кричу, но это стоит того покричать. Ну, тут надо угадывать. Я просто не знал, что где эти блоки. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Ну же, ну же! Он не хотел прыгать туда. Он говорит, нет, Лекс, не сегодня, не твое. Время не пришло. Так, раз, ну, я не успел, к сожалению. В принципе, миссия легкая, но просто не успеваешь. Раз, два. Ну! Он не попадает! Ну, я прошел. Нет, не прошел. Пошел в жопу, мне говорят. Ну, я не пойду, я хочу еще раз попробовать. Так, с первого раза. Молодец. Вот я с первого раза не запрыгнул бы, не прошел. Так. Арена X unlocked. То есть теперь у нас 10-я арена unlocked, или 10-я. Ну, по сути, цифра 10X. Но это уже не 10-я, это уже получается 11-я. Unlock, а где она? И что? Вот что мне делать? Так вот же она, да, должна быть? Или она где-то там, давайте посмотрим. А, вот она, 10-я. Действительно, 10-я. 11-я уже получается. Офигеть, обманули меня. А, все, понял. Понял, в чем соль. В принципе, ничего сложного. Просто нас учат опять еще одному элементу. А точнее, элементу. Мы уже проходили. Все уже на старых своих ошибках. Мы все делаем. Все уже. Мы уже это проходили. Так, здесь ладно. Ну! Ну! Нет, не успею. Он не хочет просто прыгать с первого раза, не хочет запрыгивать. Ну или просто я пытаюсь нажать раньше того времени, когда еще можно нажать, потому что... Ну я вижу просто то, что там все должно быть хорошо. Кнопочка. Портал. Да. Тут надо было намного быстрее все это делать. Кнопка. И да, отлично. Давай. А, точно, нам нужен ключ. Пройду ли я это дерьмецо? Да, нифига себе, какое про. Я даже не знал, что это хорошо играю. Потому что вот эти вот моменты с водой, это очень сложная фигня. Самое сложное, наверное, из всего, что здесь есть. Изи-бризи. Давай. Оп. Давай. Молодец. Оп. О, хорошо, молодца, красава. Я не знаю, сколько нам еще осталось. А куда идти-то? Надо было в другую сторону идти. Но уже поздно что-то менять. Я уже ничего не успею. А, я прыгнуть не могу. Там невидимый блок появился. Или что? Я ничего не понимаю. В прошлый раз я не мог прыгать. Это нормально? Это легально вообще? Хорошо, вот оно. Вот она красотень, красотища. Ну блин. Кто ж мог знать, что так все будет? Встань, просто встань. Молодец. Нажимаем, нажмякаем. Хорошо, молодец-то какой. Ой. Хорошо. Да, это прошел. Я уже думал, мне не хватит времени, потому что я слишком поздно заметил, где этот чертов ключ. Но нифига. Блин, все так было близко.
Почти с первого раза. Хорошо. Да! Я ж прошел? Нет, не прошел. Он все-таки умер. Блин, я-то думал, я коснулся не колючек, а... Блин. А все-таки дверей. Ну, нет. Игра мне совершенно другое говорит. Оп! Ай, не попал. Так. Так. И прошел. Просто, ну, в принципе, несложная миссия. И что это? Level Editor unlocked? Level Editor, вы серьезно? You have 10 seconds to. Над программированием работал Tomation Games. Tomation Games. И Tomation Games также сочинил музыку и звуки. И артворки тоже Tomation Games. Я думаю, то, что следующий тоже будет Tomation Games. Действительно. Ладно, ребят, на этом я, наверное, заканчиваю. Здесь еще есть Level Editor. Если вы хотите, если вам понравилось видео, то обязательно я еще посоздаю всяких уровней и обязательно попробую их пройти. Да, вот такие вот дела. Надеюсь, вам игра понравилась. Если да, ставьте лойс. Также не забываем подписываться на канал, подписываться на паблик ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Не забываем все вот эти действия выполнять. И я обязательно для вас, возможно, если много лайков будет, то обязательно запишу еще одну серию по You Have 10 Seconds 2. А точнее, я уже буду свои уровни создавать и свои уровни проходить. А какие уровни вы хотите увидеть, обязательно пишите в комментариях. А с вами был Лекс, всем добра!